Привет! Меня зовут Ирина, и я рада всех видеть на канале «Семь дач». Сегодня на канале «Семь дач» и на моей прекрасной даче я сажаю однолетние георгины. Замечательные цветы, не требующие большого ухода, цветут все лето. Однолетние георгины не только красивы, но они играют еще и роль медоносов, привлекая на наш сад пчел и шмелей, поэтому их полезно сажать рядом с овощными грядками. Тогда опыление овощных культур вам обеспечено. Однолетние георгины относятся к семейству астровых, и свое название они получили, видимо, потому что их лист похож на лист большого клубневого георгина. Их не нужно хранить зимой, это их достоинство, они однолетние. У них много сортов, но сорт «Веселые ребята» перешел на все название цветка. Я живу в Севастополе, и у нас цветы эти называют «Веселые ребята». Назвать их однолетними георгинами еще не всегда будет понятно. Вот этот вырос из рассады, которая была посажена еще в марте, потом пикирована, пересажена в горшочек. И вот сейчас это уже взрослый цветок, который пересаживать в землю просто перевалкой. Эти цветы куплены на рынке. Вот я так и купила в пакете, так и оставила. Сюда я налила раствор Байкала. Байкал я готовлю, как написано по инструкции, 100 мл на 10 литров воды. И проливаю рассаду примерно за час до посадки. Методом перевалки будем сажать вот этот цветок. На одной ямке можно кинуть немножко калийно-фосфорного удобрения. Этот цветок не требует азотного удобрения. Ну и дальше просто сажаем цветок. Нижние листочки, самые нижние листочки, отрываем. Они дадут дополнительные корни. Цветок посажен. Его нужно еще раз полить и можно забыть на какое-то время. Немножко калийно-фосфорного удобрения в лунку. Берем цветочек, это рассада. Можно сажать, хорошо приживаются цветы рассадой. Убираем нижние листочки, пару нижних листков. Это основная особенность посадки. Все, дальше засыпаем. И то же самое. Полили и забыли. На неделю точно, дней 10, можно не подходить. Цветок приживется. А теперь посмотрим, что делать с цветами дальше. Вот цветок с бутоном. Бутончик вот-вот распустится и будет первый цветок. А в дальнейшем с каждого листочка будут пасынки, которые будут давать новые цветы. Этот цветок растет недели 3. Это уже взрослое растение, сантиметров 40 высотой. У него появился пасынок первый. Вот у листа есть пасынок. Это будут следующие цветы. И они будут давать пасынки и цвести все лето. А сверху бутоны. Вот эти бутоны, они отцветут, и я их обязательно вот так вот прищеплю, оторву. И не будет дальнейшего роста в высоту у цветка, но будут пасынки, которые будут давать цветы. Георгины хорошо переносят зной и цветут до первых заморозков. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал «Семь дач», задавайте вопросы, ставьте лайк и до новых встреч!